Магілёў выканаў заданне па экспарце паслуг у першым паўгоддзі. Гэтага дасягнулі за лік кампаніі, якая займаецца стварэннем камп'ютарных гульняў. Як адзначылі ва ўпраўленні эканомікі, сёлетняя сітуацыя ў знешнім гандлі паслугамі станоўчая. Аб'ём экспарту чакаецца на ўзроўні 113%, пры плане першага паўгоддзя 103,4. Рост дасягнуты за лік кампаніі, якая займаецца стварэннем камп'ютарных гульняў. Основной плюс нам дали предприятие, которое предприятие – это частная форма собственности, которая оказывает компьютерные услуги, так называемая IT-разработка для компаний программного продукта, для компаний Великобритании и США. Акрамя таго, у экспортную скарбонку города унесе значную сумму буйная будаўнічая компания. Они выиграли тоже уже тендер на оказание услуг именно российской при строительстве атомной станции. Это будет порядка 10 миллионов, мы ждем, долларов по экспорту строительных услуг. Что до экспорту товаров, то тут не все просто. Коли приватные предприемства нарошивают объемы, то организациям с державной долей маемости робить это складаний. Например, наш молочный холдинг 95% продукции поставляет у Россию и при этом страчивает 20% объемов экспорту у вартостном выражении за курса долара до российского рубля. У той же час у натуральном выражении экспортные объемы предприемства растут. Перед холдингом поставлена задача выйти на 100% поставки продукции у вартостном выражении. Коли это отбудется, город выконает и годовое задание по экспорту товаров, запевнили во управлении экономики Гарвыканкама. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Юрий Ауласов, Новин регион.